Гош, ну, конечно, первый вопрос. Твои ощущения? Актуальненько получилось. Актуальненько, кстати, очень даже получилось, да? Мне нравится. Поскольку в скетче затрагивается острая проблема кризиса, Гоша, каким образом кризис отразился на тебе? Ну вот, я у вас. Спасибо. А там также затрагивается проблема коррупции. Как проблемы коррупции на тебе отразились, Гоша? Известны ли случаи, когда тебе приходилось давать взятку, чтобы сниматься в кино? Я есть взятка, на самом деле. Но я обычно говорю, что я в партии «Единая Россия» в антикоррупционном комитете, и если я дам взятку, то у меня будет проблема. Гош, обратись, пожалуйста, к нашим зрителям. Пожелаем что-нибудь в связи с хорошим настроением, с летом, и с погодой, и с твоим участием в нашей программе. Наслаждайтесь жизнью, молодостью, и берегите себя. Помните, свиной грипп. Ну что же, спасибо, Гош. Почему-то на нас показал свиной грипп. Видимо, я у Гоши ассоциируюсь почему-то со свининой, а ты с грибами. Мы бы хотели поблагодарить нашего гостя, который впервые в «Большой разнице» представил вам скетч со звездой. Гоша Куценко, «Большой разнице». Гоша, Гоша Куценко!